Для нас это очень трогательно, выступать на этой сцене, показывать нашу рапсодию. Девочки все, конечно, волнуются. Каждый выход волнительный, каждый зритель по-своему принимает. И каждый зритель вдохновляется от их выступления. И я думаю, что сегодняшний зритель, наверное, останется довольным, потому что эта программа, она, в общем-то, просто так человека не оставляет равнодушным. Мы гастролировали с «Восточной рапсодией» по разным странам. Это Франция, Вена, Москва, Питер, Сеул. То есть и везде «Восточную рапсодию» воспринимали очень хорошо. Ну, на ура, можно сказать. Многим нравятся некоторые танцы, такие как восточные фрески, скифские фрески, танец «Карлагаш». Но в дальнейшем мы планируем объездить «Восточную рапсодию» весь Казахстан. Мы хотим, чтобы все казахстанцы увидели этот концерт.